Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Хранитель сказок». Нажмите для начала. Так, дополнительные данные скачиваются. Так, играть в туториал, пока скачиваются данные. Ну давай, пускай нас тут поучат нашим премудростям. Kong Studios и Kakao Games представляют. Хранители стражников. Хорошая работа, ребята. Вольно. Это наш долг, как стражников, защищать Кантерберийское королевство. Продолжайте улучшать себя. Сегодня у нас, наконец-то, новобранец, сдавший все вступительные тесты. Выйди из строя и доложи о себе, стражник. Молчаливый, но молодой и страстный стражник. Ха, рыцарь и девушка-рыцарь. Я возьму, конечно же, рыцаря. Окей. Так, выбрать личность персонажа. Страстный, агрессивный и вежливый. Давай возьмем, наверное, агрессивного. Ввести ник. Ну что, назовем себя Рэй Моррис. Поздравляю, я знала, что ты справишься. Я рассчитываю, что ты станешь Кеп, капитан! Докладываю, большой неопознанный объект приближается. С неба! Святая Прометея! Что, черт возьми, это такое? Боже мой, Боб! Враг атакует. Оповестите стражей и установите линию защиты. Останьтесь позади. Короче, разорвало все топки и дрени фени. А меня спас какой-то ангелочек. И убежал. Лучше играть так. Ну ладно, предположим. Так, нам нужно с тобой, видимо... А, у нас все настроено уже. Отлично, тогда пойдем. Мы с вами первого уровня. Куда-то идем с тобой. 70 уровня персонаж. Опять она убегает куда-то. Ладно, будем бежать за ней. Это кнопка? Окей. Так, это у нас... Ага, вот так вот мы с собой берем бочки и выкидываем их к ядрене фени. Правильно, так и надо. Все, разобрались. Я могу бросать предметы, короче. Опа, что-то выпало мне там. Давай это все с тобой... Тихо, 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 это... А, это здоровье у нас, по-моему, да? Ну, давай просто их разбросаем везде. Так, отлично. Двигаемся дальше. Меч. Это первое наше оружие. Твое первое оружие. Так, учебный меч. Твой первый меч, оружие, которое никогда не забудешь. Так, что я могу сделать? Атаковать. Упс. Это еще кто такие? Атаковать. Ну, конечно же, атаковать их, ребят. Хорош парень. Это захватчик-солдат, оказывается, был. Разберемся с ними. Двигаемся дальше. Что это было? Она выглядит как мы. Ё-моё. Она выглядит как мы, конечно. Надо будет вот мне поставить отдельные кнопки на эти удары. Так будет. Ох ты. Там лучник еще, оказывается. Захватили ребят каких-то. Подожди, а как мне пройти к ним? Ага, вот здесь.
Давай, давай, давай с этим разберемся. Все, ребята, вы свободны пообщаться. Прометея, спасибо, что ты отправила сюда новичка. Я Линда. Это Боб. Он принял первый удар, когда враги вторглись. И я пыталась увести его в безопасное место, но нас окружили. Хорошо, что вы нас спасли. Капитан Ева до сих пор сражается на восточном побережье. Вы должны помочь ей. Пролог. Хорошие вещи никогда... Чё-то там... не исчезают. Так, нормальный селянин. Твой первый щит, учебный. Щедрый подарок от Линды и Боба. Так, я с вами могу еще пообщаться? Спасибо, наши жизни спасены. Понял. А с Бобом можно пообщаться? Нет. Короче, они рады, что их жизни спасены. Ладно, мы с вами идем. А щит-то мне дали не просто так наверняка. Взять ее! Конечно. Монстр! Бежим! Новичок? Слава Плитвис, ты в порядке? Мы везде тебя искали. Нет времени праздновать. Присоединись к остальным у стены на 7-й линии обороны. Мне нужно добраться до трона и защитить королеву и принцессу. Хочешь помочь мне? Мне нравится твой настрой, новичок. Хорошо, я поверю твоему энтузиазму. Но я отправлю тебя обратно, как только ты отстанешь, ясно? Выдвигаемся. Вау. Это что это такое? Капитан рыцарей Ева, предводительница стражников. Вау, мы вдвоем. Так, я первого уровня, она пятого. Да ну, хорош. Сейчас я вас тут всех порубашу. А ты что? Блин, надо его обойти. Вот здесь вот преграды. Слушай, ну он аж парит, будь здоров. Если честно. Так, куда нам идти? По карте смотрим. Ага, наверх. Идем сюда. Вот это можно уничтожить? Нет, нельзя. Так, что тут? Здесь нет никаких спрятанных сокровищ. Не играй с огнем здесь. Просто не надо. А что надо? Так, я могу переключаться? Хм, нет. А, мне наверх надо, ё-моё, че? Торможу. Так, секунду, что-то тут неладное. Ворота сломаны. Ох, ебрит тебе на курить. Он тоже первого уровня. Это босс, видимо. Нифига, минотавр такой. Минотавр, зверский монстр захватчиков. Че, бомбим его? Да он ватный. Тихо-тихо, отходим, отходим. Воу-воу-воу-воу-воу. Супер удар у него еще есть, оказывается, да? Блин, нагрел маленько. Нет, не успел. Хотел, но не смог. Минотавр повержен. Так, мы двигаемся дальше. Так, давай посмотрим, что здесь такое. Это у нас, ребята, было обучение. Просто держись, пока ты не будешь в безопасности, ладно? Спасибо, королева Камила. До встречи в убежище. Это принц? Это были последние. Я знаю, вам должно быть страшно. Но нам нужно защитить людей. Точно так же, как сделали наши уважаемые предки. Ты можешь сделать это для меня, сестренка. Я не боюсь Ками. Я буду хлаблой, прям как ты. Правильно, храбрый моя, дорогая. Королева Камила, принцесса. Ева, ты вернулась, чтобы спасти нас? Что? Разве ты не...
Стражники, как хорошо видеть, что вы в порядке. Отойдите, ваше величество. Ё-моё. Хо-хо-хо, это еще кто такой? Чего? Ками. Ева. А меня не надо называть просто так. Стоп. Хватит атаковать нас. Вау, заковала, да? В цепи. Что происходит? Нужно уходить. Эти цепи не задержат его надолго. Все заходите в телепортационный круг. Хм, вот такой, ребята, у нас начало. Довольно неплохое, я считаю. Создана Team Snake. Куда мы направляемся, ваше величество? Прежние короли Кантерберии. Блин, я не успеваю, ребят, читать. Возможно, мы найдем подсказки в их последнем пристанище. Птички. Да ну. Не может быть. Он последовал за нами через телепорт. Ками, это значит, он вернулся? Все держитесь, полный вперед, до Кантербейских развалин. Так, участники. Так, мы должны... Погоди, блин, да еще что такое-то, надо уклоняться. Ты воин захватчиков. Так, тихо, не надо. Да блин. Спасибо и наслаждайся. Да подожди ты, спасибо и наслаждайся. Воу, вот как мы можем с тобой, оказывается, делать. Так, не надо. Капитан Ева. Блин, подбили капитана Еву. Да ну. Ё-моё, да что ж такое. Ками, Ева. Ками. Пролог пройден. Все коротко и ясно. Проверка визитов, получая различные награды каждый день. 40 чашечек кофе, что ли, получаем? Ладно, давай. Стамина. А, вот оно что. Так, получить награду 100 брюликов. Бесплатно драгоценные камни. Рекомендованный продукт. Воу-воу-воу, 749 рублей. Слушай, нет, подожди, это нам не нужно. И это тоже не нужно. Так, приключения. Тут у нас меню. Миссия для новичков. Пройти этап. Трактир. Старт. Ну, давай посмотрим, что это у нас. Трактир. Минус 15 стамины. А у нас с тобой 103 или 63. Ладно, неважно. Кантерберийский лес. Пещера. А, ну давай, наверное, возьмем с тобой лес. Открыть. Слушай, ну, довольно интересно, мне нравится, как тут все сделано. Анимация тоже неплохая, такая пиксельная. Я люблю игры с присутствием пикселей. Человеки должен поймать. Сюда. Это кто такие там? Не надо. Не беспокойся. Тащат. Мы будем в порядке. За ногу тащит. И мы найдем Ками и Еву. Человеки, взять их. Гоблины, что ли, какие-то? Типа, а ты что молчишь? Профит. Тихо, мы-то будем вставать или нет? Давай вставай. Посмотрите на меня, предки. Я прожила достойную жизнь. Я здесь, вы глупые монстры. Отвлекает, да, пока? Сумасшедший гоблин. Побежали за ней, короче, она меня спасла. Так, а мы приходим в сознание. Вот так вот. Осмотрелись. Трактир. Ну что же, это мы можем выкинуть.
Железный щит. Ага, прочность будет покруче. Экипируем. Вот так вот. А что это за значки такие, а? Слушай, а я могу зайти вообще в трактир? Нет, не могу. Давай-ка это бросим с тобой. Нам нужно с тобой идти вниз. А, гоблины там бегут. Ах ты, засада. Порвали их, ядрени фени. Так, а это я не могу пока, видимо, пробивать вот эти камни или толкать их. Двигаемся дальше. Бегут за ней. Ой, а ты кто такая? Поговорим. Хорошенький денечек, если ты спросишь меня. Ты уверен, что хочешь поговорить со мной? Я не прочь поболтать, но ты кажешься очень занятым. Ну и что? Почему я не могу с тобой поболтать? Так, я понял. Повторяется, да? Ладно, не будем с тобой разговаривать. Слушай, я могу вот здесь вот перепрыгнуть эти камни или нет? Не, не могу. А если я зайду вот сюда вот? Вот, видишь, что вот это такое? Что это за эмблемки? Я даже могу кусты бросать, оказывается. Так, сердечко. Ну давай, давай, вот эти тоже кусты с тобой разбомбим. Ты будешь двигаться или нет? Давай, так вот, все, ничего здесь больше нету. Большой-большой валун. Судя по всему, мы его как-то можем потом активировать. Так, значит, мы пойдем с тобой вниз. Еще, ага, вот сюда. А что она за мной-то идет? Так, что? А, сюда? Мы с тобой подожгли. И что? Сюда? И сюда, да? А, вот оно как активируется. Понял. Слушай-ка, а там у нас не было случайно никаких факелов? Помнишь, куда я не мог зайти? Дай-ка я просто гляну. Да вот отойди ты, мешаешься мне только. По-моему, я вот здесь тоже могу поджечь. И этот валун опустится. Мне даже не обязательно бросать, можно просто вот так вот подходить. А, надо, видимо, 4. Здесь? Я был прав. Ух ты. Рыцарь в тяжелых доспехах. Костюм, плюс 26. Давай экипировать, конечно же. Вау. Ну вот, совсем другое дело. Выгляжу теперь посолиднее, действительно, как рыцарь. А вот здесь интересно, как вот проходить. Не знаю, друзья, пока. Может быть, в дальнейшем какие-нибудь подсказочки будут. Так, эти кусты я могу? Нет. Не могу я с ним ничего сделать. А, гоблины. Так, слизень какой-то тут еще, смотри. Сейчас мы его накумарим. Отлично. Ну, враги пока легкие. Ничего сложного здесь нету. Так, что, берем. Слушай, это ходит за мной по пятам. Сюда? Поджег все, да? А, тут сундук. Огромный такой. Что нам выпало? Это что такое? Перчатка Молли? Теперь можно ломать мелкие камни. Вот оно что. Так, секунду. Раз можно ломать мелкие камни, тогда я схожу, наверное, обратно. Я больше уверен, что именно эти камни я смогу ломать. Там как раз у нас жетончики лежат какие-то, да, которые я собираю. Пока не знаю их предназначение. Вот здесь вот. Воу. Так, а тут что, гоблины спят, что ли? Посмотри на них, а. С ними можно пообщаться? Плохие человеки похитили девчонку. Человеки калечат друг друга. Почему? Гоблин не понимать. Гоблин не понимать. Да ладно. Повторяется, да? Гоблин, видите ли, не понимать. Ага, конечно. Так, подожди-ка, а у нас это конечная цель? Или нет? Так, понял, там у нас как раз принцессочка, да, наша. А мы с тобой сходим сейчас вокруг и попробуем там сломать камни. Выгляжу я сейчас солидно. Интересно только, когда я получу уровень. И что мы с вами получим при открытии уровня? Так, а здесь можно как-то зайти? Опа, ты понял? Секреточка была, оказывается. Так, выкидываем это все. Какие-то кристаллы получаем.
А, можно было и так. Так, тихо, пенек какой-то. И что я должен сделать с этим камнем? Как-то его можно было бы убрать. Только непонятно пока как. Сюда тоже я не могу запрыгнуть. Забавно. Так, интересно, как этот камень сдвинуть? Пока не могу. Может быть, чутка попозже узнаем. Здесь ничего такого нету? Нету. Ну, эти камни мы с собой можем ломать. Ну, пойдем тогда наверх. Опа! Это кто это меня поймал, эй? Ты посмотри-ка. Видишь, как саламандры к огню. Ну-ну-ну, давай посмотрим на бедняжку. Это не твоя награда, малыш. Дэнни схватил девчонку. Дэнни получит стейк на ужин. Конечно, дорогуша, ты получишь 2 стейка. 2 стейка? Ты получишь еще много. Как только награда в 3 миллиона золотых будет наша. Так, награда. Трессон, она принцесса, и я хочу присоединиться. Это, то есть... Давай, наверное, Трессон, она принцесса. Ха-ха-ха, как скажешь. Что я и ожидал от королевской особы. Просто прогуливаешься через лес, да? Может, уже время пришло? Пришло, чтобы нам стать неприлично богатыми. Не повезло, агролицей. Как они меня тут обзывают, а? Дэнни Фас. Дэнни Фас. Смотри-ка, убежали. Так, а я могу вырваться сюда? Что, вот это что означает? Я не понимаю, что... А, раскачаться мне надо или что? Ну, если... Так, смотри. Эта девчуля пришла. Ты спаси... Что там делать? Вот, спасибо большое тебе. Попевшая. О, Камель, что произошло здесь? Наемники похитили твоего друга? Это нехорошо. Нам нужно спасти эту маленькую девочку. Эта дорога заблокирована. Все же было бы желание, а пути найдутся. Через пещеру. Усек. И я помогу спасти твоего друга. Мы должны помогать тем, кто в беде. Трактирщица Лорен присоединилась к твоей команде. О, ну спасибо хотя бы на этом. Эти камни я не могу сдвинуть, ничего. Так, ну что же, мы с тобой должны идти в пещеры. Так, тут слишком много гоблинов, ладно. Попробуем разобраться. Давай, давай, давай. Слизень этот мелкий тут еще радуется, довольный. Ух, а девчуля-то грибочками забрасывает, смотри. А грибочки отравляют еще, по ходу дела. Сейчас я этого гоблина накумарю, а. Так, гоблин готов. Ну и все, вообще без проблем, на изи прошли. Слушай, смотри, у нас тут 3 сундука из 4, а где еще один сундук, а? Ведь где-то ведь не взяли. Так, ну что, заходим? Угу, пройдено. Бесплатные драгоценные камни. Дорожная карта Эйвен Пойнт. Очки за Эйвен получены. А что всего на одну звезду-то, эй? Что там? Добавить опыт? Ага, давай. Так, а у нас сколько их вообще? Этих камней, кристаллов, я не могу понять. А, вот они, да, у нас? Вот так мы с тобой зарабатываем уровень. Так, завершено. Ух ты, еще 1000 сверху я получаю. Так, и здесь завершаем, да? Стамины 40 нам добавили. Так, следующий уровень. Смотри, у нас тут рифт, башня, колизей, арена и главы. Это все закрыто, только главы пока доступны нам. А я могу еще добавить опыта? Могу. 3-го уровня. 4-го. 5-го. 6-го. 7-го. И все. Весь опыт, ребята, слил. Кентерберийский лес, достижение 4%. Ну что, миссия для новичков 3. Заходим.
Так, видимо, здесь еще три ячейки для персонажей. Победите монстров. Сложность нормальная. Вперед и с песней. Кантеберийский лес. Проход. Ух ты, это еще кто? Ух, я ненавижу пещеры. Лучше бы этому мастеру клинка быть хорошим. Ух, я ненавижу пещеры. Да ё-моё, что ты повторяешься-то? Я понял. А может тебе... Нельзя. Да ну, блин, сразу босс лезет. Тихо ты. Ой-ой-ой, тихо, тихонько, не надо буять здесь. Так, одного слизня вальнул. Этого тоже забомбил. Готов. Парнишка. Шипы какие-то здесь. Ну, тут на изи проходим. А это кто такие? Поднимайся, пыль пещер вредна для моей кожи. Поднимайся, пыль пещер... Что же вы все время повторяетесь-то? Пожалуйста, дайте мне отдохнуть еще 30 секунд, леди. Уставший, да? Так, слишком тяжело, чтобы поднять. Хорошо, а если мы с тобой, например, возьмем, подожгем и вот так, хопа. И хопа. Нормуль я придумал, да? Да, блин. На. Я думаю, сейчас брошу в них. Тихо ты. Смотри, что они делают. Они бросают бомбочки еще какие-то здесь. Ну, гоблины, а. Да. Отдуплился наконец-то. Так, у нас здесь еще есть проход. И не один. Так, а это закольцованность получается, да? Ну и для чего я этот динамит взрывал? Для того, чтобы вот так вот обойти сбоку? Это бред. Ладно, пойдем сюда, вниз. Так, эти камни я могу же ломать. Да, могу. Так, и судя по всему, мне нужно поджечь вот эти вот все штуки, да? Для того, чтобы, наверное, опустить. Проверим. Но так оно и есть. Ё-моё, это что еще? Гигантский гоблин какой-то. Да конечно, не надо трогать девчулю, парень. Что ты там, заклинил, что? Тихо, уходим. Давай, родная, бомби мне его грибочками своими. Осталось ему немножко, все. Кольцо с жемчужиной. Экипируем, конечно же. О чем тут может быть речь? Прочность у меня повысилась. Идем дальше. И что, уже выход, что ли? Как-то быстро мы с вами просто... Интересно, что надо было делать с теми чувачками, которые там стояли? Которые... Ой, дайте мне отдохнуть еще немножко. Так, бесплатные драгоценные камни. Дорожная карта и винпоинт. Очки получены. Оу. Что это тут нарисовало мне? Миссия для новичков. Так, добавить опыту. Опа, 8-й уровень у меня уже. Солидно. Так, это все еще до сих пор закрыто. Карта мира. Да что ж ты будешь делать-то? А можно посмотреть, что у меня на почте лежит? Так, пререгистрация получаем. Что тут дофига чего надавали. Окей, спасибо. Так, реворд за ивент. Столько всяких камней драгоценных. Они для чего-то нужны, 100% тебе говорю. Ладушки. Так, меню, гильдия, герой. Давай посмотрим, можно герой, наверное, поменять или что? Так, откроется, когда первый мир будет пройден. А тут когда второй. То есть я могу добавлять, наверное, сюда героев своих. Надеюсь, что так. Так, пропуск стражника. Премьера ночь. Интересно, призыв. Тут можно свою гильдию еще создавать. Ну и мы с тобой, естественно, в приключении в данный момент находимся. Так, добавить опыта. У меня... Ох, ё, сколько мне надавали-то тут. Ты посмотри. А если я до 30 прокачаюсь, до 30 уровня, что будет? Хватит, интересно, мне. Проверим сейчас. Увеличение уровня. Так, максимальный рост уровня.
Максимальный уровень, который может достичь герой, увеличивается за счет прохождения каждого мира. Лимит брейк увеличивает максимальный уровень героя на 1. Можно применять до 5 раз. Ага, 35 уровень это на первом мире, на втором 40 и на седьмом 63. То есть в данный момент я не могу, да, больше ничего сделать, прокачать. Завершено. Окей. Стамину заработали. Гемы, ух ты. Какой-то щит. Медный щит. Вау. Так, подожди, у нас в данный момент... А где моя экипировка? Это я могу заработать, да? Главные награды. Меч, меч и кольцо. Ага. Погоди секунду. А где же я могу, например, посмотреть, что на мне в данный момент надето? Это такая возможность есть вообще? Нету? Наверное, пока нету. Контерберийский лес. Так, квесты, главный этап, подэтап, звездные куски, фиолетовые монеты. Приобретенный компаньон. То есть я могу компаньонов здесь еще получать себе. Недурно. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы, наверное, сегодня закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Вы пишите в комментариях, как вам эта игра, стоит ли в нее играть дальше. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.